Это место называется Мангуб. Место отдыха севастопольцев и вообще крымчан. Озеро. А туда вот дальше, вот туда, вот дальше, вот туда, вот туда. Подъем на этот Мангуб. А вот. Нашлось место и... Надо так устроиться. Ну пусть кто-нибудь скажет, что в Крыму 19 января в середине зимы не очень здорово. Пусть кто-нибудь это скажет. Отдыхают люди. Приглашаю в Крым на полном серьезе. Представьте, как было бы здорово. Самые крутые, самые горячие приехали в Крым, где-нибудь вот в таком пансионате с хорошим интернетом поселились на неделю или на две, чтобы море было, чтобы автобус был и чтобы кто-нибудь вас тренировал две недели. В 6 подъем, зарядка, тренинг, молитва, завтрак, работа. Сели, начали работать. Тренинг, обед, прогулка, соревнования. И через две недели ты выпадаешь не просто подготовленным, мотивированным, заряженным профессионалом, но еще и построенным бизнесом. Потому что ты работал впервые в жизни с 6 утра и до 23. И никуда тебе нельзя было отвертеться. Кто-то стоял над тобой и тебя вел. Я бы страстно мечтал, чтобы меня кто-нибудь так взял и за две недели сделал бы меня, из меня другого человека, да еще и построил бизнес. А? Смотрите, какая красотища. Хотите? Давайте об этом думать. Вот чем я снимаю, смотрите, вот весь мой арсенал.